Двор дома номер 43 по улице Ленина можно назвать особенным. Не только потому, что жители дома участвуют в конкурсе общественных инициатив «Мой дом, мой двор» уже 5 лет, но и потому, что здесь зародилась сама идея этого творческого соревнования. Лидия Ивановна каждый год принимала в нем участие и хорошо помнит, как все начиналось. Мы сажали хаотично. Кто что с дачи привезет, кто что даст, цветы туда-сюда воткнем. Теперь мы не так. Теперь мы делаем формы какие-то, газоны по краям туда-сюда. Красим каждый день, рисуем, красим дома, скамейки. За время проведения конкурса усилиями неравнодушных жителей было благоустроено уже более 60% зареченских дворов. Для этого порой самим приходилось приобретать посадочный материал и инструменты. Ухоженные и красивые дворы радуют не только жителей ближайших домов, но и всех, кто проходит мимо. Всегда же приятно видеть яркие клумбы, цветники и газоны. Вот ходим по дворам сейчас, это наш соседний двор, смотрим, что здесь, где можно здесь интересное время провести. Тоже хотел сказать большое спасибо администрации и всем компаниям, которые этим занимаются. Оценила упорство и труд горожан и управляющая компания дома номер 43 по улице Ленина. Она подарила жителям 2 шланга, 2 лейки и 2 вазона. Еще одним сюрпризом для зареченцев стало веселое действо, развернувшееся во дворе. Программа праздника была полна веселых и подвижных игр для детей и взрослых. Были приглашены зареченские творческие коллективы. Что самое главное, на этом празднике была возможность в неформальной обстановке поговорить с представителями городской администрации, сообщить им о своих проблемах, пожеланиях и новых идеях. Мне кажется, у нас очень красивый город, и в нем делается многое вашими силами для того, чтобы жизнь была еще лучше. Итоги конкурса «Мой дом, мой двор» 2015 года подведут осенью, а пока его участники готовятся представить жюри результат своей работы во всей красе. Григорий Тризна, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».